целях обеспечения безопасности и здоровья населения района сотрудники госавтоинспекции совместно с ДПС провели профилактический рейд по проверке соблюдения масочного режима в общественном транспорте. В мероприятии приняли участие представители администрации Кашхабльского сельского поселения. Во время рейда госавтоинспекторы проверяют техсостояние транспорта, общаются с водителями и пассажирами автобусов и напоминают о необходимости ношения масок и перчаток, а также использования антисептических средств. Важно напомнить жителям района, что ношение маски в общественном транспорте обязательно. Каждый гражданин должен нести ответственность за собственное здоровье и здоровье окружающих. Нарушение этих норм влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Подобные проверки на территории района будут проводиться регулярно.